Страж песка. Карты пустыни не могут поведать о землях, столь сильно удаленных от Азар-Харифа. Из-за ползучих песков найти хоть какие-нибудь ориентиры почти невозможно. Песчаный страж Дахла – один из ключей к затерянному городу Мизикешу. Темные Алины подошли к цитадели раньше нас. Теперь они наверняка победят Дахлу и подчинят его своей воле. Это лишь вопрос времени. Допустить, чтобы темные Алины взяли в плен Дахлу. Так, темных Алинов, темные башни.
одна цитадель и город. Эти ресурсы помогут победить темных алинов, но без охраны Дахла может попасть в плен, прежде чем мы к нему доберемся. Thank you.
Thank you.
Мы не смогли взять песчаную цитадель. Вот зараза. Песчаный страж Дахла – один из ключей к затерянному городу Мизикешу. Нельзя допустить, чтобы темные Алины взяли в плен Дахлу. Thank you.
Эти ресурсы помогут победить темных алинов, но без охраны Дахла может попасть в плен прежде, чем мы к нему доберемся. Thank you.
Дахло усмирен. Ярость его утихла. Мизикеш ждет нас. Мы нашли песчаный ключ к Мизикешу. Когда мы отыщем огненный ключ, мы сможем войти в затерянный город Мизикеш. Новости о наших успехах вселяют надежду в души людей, сопротивляющихся тьме. За время этого пути силы нашей армии и магии становятся все больше. Но тут как бы печально, все равно вот этот сюда встанет, тут улучшить нельзя местность. Нет, не встал, он просто этот район стал атаковать, и это хорошо. Так как здесь будет район, то вот этот сюда встанет сразу. Но этого загасить придется. В дюнах замечены враги. Их нужно уничтожить.
Последний вражеский город повержен. Мы победили! Вот теперь можно спокойно его убить. И сюда надо будет вернуться еще за героем.